I was hit by a can. Opened it. Банка хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай. И я на свободу выйду. Верь мне, я же гений. Зигги и Диего. Лунный экран. Я комментатор из Оазисвуда. Веду прямую трансляцию об открытии кинематографического события года. Установлен супергигантский экран на Луне, который виден с планеты Земля. Ребята, фильм сейчас начнется. Имея размер равно 30 тысячам футбольных полей, этот экран назван восьмым чудом света и Луны. А сейчас мы будем транслировать фильм, который возродит научно-фантастическую классику «Звездный серфингист с Луны». Ура! Да здравствует серфингист! Зачем строить что-то настолько большое, чтобы увидеть нечто маленькое? Я просто не могу понять. Чудо? Я все вижу на своих я-часах. Экстренные новости. Астероид, выброшенный из черной дыры, направляется прямо на Луну. Это может разрушить гигантский экран. И ученые ничего не могут сделать. Весь космический бюджет был потрачен на строительство этого лунного экрана. В связи с этой неминуемой катастрофой сегодня вечером будет транслироваться только реклама. Мой любимый фильм. Впервые должны были отснять и показать вид Луны. Я так давно этого ждал. Не волнуйся, Диего. У меня дома есть прекрасный плазменный экран. Там мы сможем посмотреть фильм в высоком разрешении. Хорошо, что я не готовила попкорн. Все пропало. Все пропало. Лучший фильм всех времен. Я так его ждал. Диего, не дай обычному космическому камню разрушить твой экран. Ты можешь все исправить. Подумай об этом. За твое мужество и спасение этого невероятно дорогого гигантского экрана. Гип-гип! Ура! Ты прав, Зигги. Я желаю спасти восьмое чудо света. Это мое окончательное решение. Силы придите! Желание выполните! И меня освободите! Что это? Щетка для спины? Какое разочарование. Присмотрись, прежде чем выбрасывать. Бьюсь об заклад. Как только ты ее запустишь, астероид сразу же взорвется. Ой, она очень чувствительная. Эй, это же антигравитационный крюк. Невероятно. А что нас ждет, кроме того, что мы превратили мое кафе в воздушный шар? Давай же, Диего, зацепи Луну. Просто сдвинь ее с пути астероида, и экран будет спасен. А я, наконец-то, стану свободным. Веревка слишком короткая. Не волнуйся, простая техническая проблема. Нужно понять, как подобраться поближе. Давай же, думай! А сейчас, дорогие телезрители, похоже, что экран может быть спасен. Сэм Сахара, герой 685 боевиков, намеревается сделать это. Каков его план? Перевернуть Луну снизу вверх, используя радиус действия устройств с супермощными реакторами. Таким образом, астероид разобьется на поверхности Луны, но не на экране. Шоу состоится!
Сэм! Сэм, несметное количество твоих фанатов рассчитывают на тебя. Что с ним? Он собирается полностью уничтожить Луну. Мы должны что-то предпринять, Зигги. Нет, это ты должен это сделать. Ты должен спасти экран и Луну. Нельзя позволить Сэму Захаре обыграть меня. Ловим его, Диего! Это была воздушная яма? Как тут узко! Тише! Эта миссия включает проникновение, поэтому страдай молча и ползи! Я думал, что мы пройдем через багажный отдел. Ну, по крайней мере, мы сюда добрались. Незаметно, целые, невредимые и без паники. Вы думали, что вам удастся прокрасться незаметно? Я покончу с вами раз и навсегда! Внимательней, будь осторожен! Хорошо, хорошо, я знаю, хватит причитать. Так-так, вам двоим... Похоже, одинок. Сэм позаботится о вас. Суперскоростной режим активирован. Итак, план предельно прост. Мы стреляем в камень, отодвигаем Луну, возвращаемся на корабль, и я свободен! Разве может быть что-то более благоразумное? Покажите свою полную мощь, мои хорошие! Кроме серой пустыни здесь ничего нет. Хорошо, переходим к плану Б. Осторожно, ты же повредишь Луну. Что? Что происходит? Эй, вы, двое! Зигги, что теперь делать? Хорошо, план В. Залезаем и угоняем корабль. Это еще не конец. Что вы делаете? Вернитесь! Вам от меня не уйти! Захватывающая дух погони — это то, что мне нужно! Мы должны его остановить! Кинь в него чем-нибудь! Держись крепче! Эта погоня может быть опасной! Диего, ты это сделал, ты спас экран! Зигги, у нас проблема. Это правда. Вот почему я не могу освободиться. Предупреждение о конце света. После удара об антенну лунного экрана астероид изменил свой путь и сейчас движется прямо к Земле! Ну, конечно! Антенна! Мы должны вернуть ее на место, чтобы желание исполнилось! Диего, зацепи этот астероид! После того, как астероид врежется в Землю, гигантская туча пыли покроет планету на несколько тысячелетий. Ну, чего ты ждешь? Конца света! Очень смешно. Я тут под давлением. Согласно заключению ученых, точкой контакта с Землей будет... Оазис Вод!
Похоже, что наше спасение находится в руках двух непохожих на астронавтов особ. Диего, Зигги, они в команде спасения? Это не имеет значения. Если они сделают это, я готов отдать им свои часы. А я свой суперплазменный экран. Эй, что ты делаешь? Иди, возвращайся в свою черную дыру! Я еще не сказал свое последнее слово. Экран! Ты разбил экран! Что на тебя нашло? Прекрати, Зигги. Я должен был спасти Луну. Как я и предполагал, зрители, последствия мы будем наблюдать в Оазисвуде. Мы все еще ждем команду спасения. Сэм решил сыграть в звездном серфингисте с Луны в прямом эфире прямо с Луны. Мы спасли Оазисвуд и Луну. А вся слава достается ему. Это ты во всем виноват. Если бы ты лучше прицелился, экран был бы целым, и я бы освободился. На тебя нельзя положиться. Серьезно, ребята, не стоит. Я просто выполнял свои обязанности.